За несколько последних десятилетий в нашу жизнь вошло множество новых приборов, призванных сделать жизнь максимально комфортной. Сегодня расскажем, как правильно чистить духовой шкаф и микроволновую печь. С последней начнем. Во-первых, лучше воспользоваться профессиональными средствами для чистки микроволновки. Их выпускают в форме жидкостей, аэрозолей или спреев. Наиболее удобны последние, так как их можно сразу уже наносить на поверхность. Можно применять и обычные гели для мытья посуды. Они неплохо растворяют жир. А вот от использования средств, предназначенных для очищения кухонной плиты, лучше отказаться. Многие из них обычно имеют достаточно агрессивный состав и могут повредить любое покрытие микроволновой печи. Специальные средства далеко не всегда оказываются под рукой. В этом случае чистку можно провести при помощи самых простых продуктов. Например, небольшие загрязнения можно устранить с помощью обычного лимона. Для этого разрежьте фрукт на две части и протрите одной из половинок внутренние поверхности печи. Примерно через час вымойте покрытие влажной губкой, а затем протрите его насухо тканью. После такой процедуры микроволновка не только очистится, но еще и приобретет приятный аромат. Еще подойдет хозяйственное мыло. Им необходимо натереть влажную губку. Далее получившуюся пену нанести на внутренние поверхности. Оставить в таком состоянии на 20 минут, после чего смыть чистой водой. Лучше всего с загрязнениями способен справиться и пар. Для этого вам потребуется посуда, подходящая для микроволновой печи. Налейте в емкость воду, поместите ее внутрь и включите прибор. Прогрейте в течение 5-8 минут. После отключения таймера не открывайте дверку еще около 20 минут. Затем извлеките емкость и протрите поверхности губкой. Теперь поговорим о духовом шкафе. Из профессиональных средств наиболее эффективны составы в виде геля, без содержания абразивных веществ. Они не требуют усиленного оттирания и отскабливания. Что же касается простых, доступных способов, можете воспользоваться содой. Она является универсальным домашним чистящим средством. Лучше использовать в виде пастообразной массы. Наносится толстым слоем на стенки плиты и оставляется на всю ночь или на несколько часов. В финале вымойте тряпкой. Еще одно неплохое средство для чистки духовки – разрыхлитель для теста. Смешайте его с водой, нанесите на стенки, оставьте на 1 или 2 часа и смойте. На сегодня это все. Удачи в домашних делах!